Сегодня в серии. Мы с Данькой будем охотиться на дичь, где мы встретим... О, олень, олень! Вижу! А это, видишь, уходит. Попал! Нет, не попал! Твою мать, убегает! И также встретим много разных животных, на которых будем охотиться. Ну, вернее, пытаться. Ты с прицелом? Да. О, заяц! Заяц? Заяц! Где заяц? Вот заяц. Надеюсь, вам понравится, и вы поставите большой палец вверх. Они продвигают видео в топ. Эй, бля! А? Это мой лес, сука. Может, не надо? Меня? Я же тут хочу выследить дичь себе. Мне кушать нечего. Опять насрал, убирай давай. Где? Все чисто. Что? Чё ты хачик, Даня? А почему ты негр, блядь? В смысле? А у тебя тоже? А у меня тоже такая шапка четкая, как у тебя. Как у грузчика, блядь. Как у узбека. Знаешь, который грузит, блядь. Типа это. Ну что, мы с тобой в игре суперской. Да, всем здорово, дорогие друзья. Всем здорово, ребята. Классная графика здесь, в этой игре. Ну, у меня нет. У меня же не такой быстрый компьютер, как у тебя, да? Да-да-да, именно. Ну что, вот мы будем... Охотиться сегодня на... охотиться. На всяких... на всякую дичь, прочих. Да. И, кстати, вон, видите там вышечку? Эта вышка чем-то напоминает мне вышку из игры Firewatch. Пошли туда сходим, Данька. Пойдем, пойдем. Так, и... Так, ну, давай возьмем нужно... бинокль, и с биноклем побежим. Подожди, вот, все, поехали. Так, и, собственно, эта игра вышла совсем недавно. Смотри, но... как ты бегаешь внутри, извини, перебью, смотри. Бля! Смотри, типа, у мороженка. Побегай так же, побегай. Бля. Погоди, Данька. Ой, это олень, тихо, прыгнись. Ложись, он услышит. Надо. Стой! Мы сейчас сделаем вот так. Стой. Ложись, Гоша. Лег. Ложись. Я сейчас буду. Ты приманишь, а я его застрелю? Да. Да, я его призываю. Призываю. Призываю, блядь, Pokemon Go! Сейчас надо его. Вот. Надо туда. Надо ползти в ту сторону. Давай. Только не вставай, встанешь, он тебя услышит. Окей. Только ползти. Сейчас мы полностью бесшумные как. Давай, гони его. Да он как-то не реагирует. Ладно, ты... попробуй другую. Попробуй гуделку. Чё сейчас с тобой не так, блядь? Чё ты там в траве? Даня, знаешь, как это выглядит вот так? Смотри. Ну? Что с тобой? Почему у тебя ты головой в землю? Ну, я про что и говорю. Что за фигня, как так? Не, кстати, игра офигенная, согласись? Да. Если бы тут да, сделают охоту на Йети, это вообще будет топ-игра. Ну, то да. Кстати, если тут есть ночь, да, то просто можем Everyday, Every Night играть. Не, Данька, тут что-то никого нету, из оленей. Не, 60 метров, ты видишь? Нет, где? А, ну тогда жди. Сейчас, у меня на карте показывается то, что через 55 метров олень. Мы так ползём, бля! Как партизаны, бля! Только не встану. Я смотрю на твою пятую точку. Тэрэн. О, вон, вижу. 98 метров, ну-ка. А, ты нового, ты другого видишь, что ли? Так. И кто там? Не вижу что-то. Даже у меня... 60 метров. Я, давай туда ползти пока за мной, потому что я вижу, что вот 45 метров олень у меня появился. Не, офигенная игра, согласись. Да. Симулятор ползания, бля. Ну, это на самом деле... Что у тебя за лицо, бля? Притули. Эй, Данька, как тебе жизнь? Блядь, что у тебя с руками? А с анимацией здесь явно проблемы. Не, классная анимация на самом деле. Ну, поржать можно. Ну да. Ты так ползешь, блядь, знаешь? О, стой. Смотри, листья какие-то. Кажется, так, Даня. Кажется, так, трек, Animal, еще один. Нет, олень. У меня... Чё тут так оленины-то много? Сейчас пробегусь. Даня, тут какой-то вот, говно, он насрал тут? О, олень! Вижу! А этот, видишь, уходит. Попал, нет, не попал, твою мать, убегает! Мразь! Не, он сидел тихо, прикинь. Лол. Я к нему подхожу такой, вон, мы следы нашли, иди сюда. Мать твою, давай за ним побежали. Я его ранил? А, нет, ты не попал. Черт. Здесь очень реалистичная стрельба. Да, офигеть, Даня, мне нравится очень.
Тут реалистичная стрельба. Ты где? Я за вот, я за тобой бегу. Смотри, вот тут он по копытам. Вот видишь так, следы, бежит, следы, видишь, бежит. Да, его? Когда у тебя появится значок оленя, сразу ложимся. Окей. Там, потому что нужно подбираться к нему. Он слышит чуть не за, не со 70 метров. Если окей, так будет. Вот тут идут эти. Смотри, здесь он. Да, да, да. Вот, вот туда. Вот туда это... идет, да? Да, туда. Так, он пошли тогда, сюда. Посмотрим. Не, игра очень классная, мне нравится. Мы с тобой давно хотели выйти на охоту. Вот, и вот ну так как охотим. Сейчас зима и у нас нет лицензии на охоту, и тем более ружья, то вот, пожалуйста, лучшая замена. Тут так реалистично на самом деле все выглядит. Ой, ты так прыгнул странно. Ха-ха, на 2 метра, блин. Нет, Даня, все, мы просрали этого оленя. Нет, подожди, стой. Мы его не просрали. Да, наверное. Сейчас, подожди, вернемся к старым следам, посмотрим. Вернись к старым следам. У тебя винтовка с прицелом? Да. О, заяц! Заяц? Заяц! Где заяц? Вот заяц. Где заяц? Да вот, туда побежал куда-то. А, тут заяц был, что ли? Да, он только что пробежал. А его следы можно как-то найти? О, смотри, я следы нашел, Даня. Да? Где? Да. Заяц. Заяц? А, да, заяц. Заяц? Блин, он куда-то убежал. Давай за ним побежали. Бежали. Так, тут куда-то вон следы еще вижу. Это олень. Это я сейчас иду по следам оленя. Ты видишь? Да. Так, вот. Знаешь, как она меня бледила у него, да? Да. Так. Слушай, следы олень. Он бежит как беженец, бля, в Германию. А интересно, а почему мы зайца не смогли определить? Не знаю, может, потому что мы маленькие. На самом деле я того оленя испугался. Он так резко выскочил. Так, Даня, я думаю, пошли сначала на вышечку, посмотрим оттуда. А, давай. Не, игра офигенная, очень, мне нравится. Игра очень классная, да. Ты знаешь, вот я когда в нее играю, тут прям, знаешь, тут атмосфера туалет. Такая. Смотри, порвать. Смотри, а? Наше любимое место, идем сюда. Ну-ка. О, толчок. Дальше посмотреть можно. Толчок Шрека. О, смотри, там в яме есть дерьмо? Я не знаю, я не верю. Да на что мы тратим? Ладно, пойдем дальше. Пошли на вышку. Пойдем на вышку. Так, Даня, возьми себе в руки вот эту бяколку, думаю. А, бяколку. Сейчас, подожди, так, какая она там, вторая, третья? Смотри, вот есть две бяколки. Есть первая бяколка, вот такая. Это для... Я думаю, это для... Для всяких, типа, грызунов. Да, наверное. А вот сейчас я тебе скажу. Для мелких вот зверьков, вот... думаю. А, вот это да, для оленей. А вот это уже. Сейчас. Вот. Ну, это да. Это по-любому олень. Ну, слышно. Да. О, следы. Да, где? Смотри, вот. А, следы. Надо, чтобы один на вышке... А, ой, это уже, кстати, не олень, это лань. Кто? Лань. Лань, да. Да, лань. Так, блин. Надо куда-то вот сюда пойти. Блин, не, да. Во, вижу еще следы. Давай. Так. Я пока буду так делать. И, возможно, мы услышим когда-нибудь. Не, слушай, растительность тут такая, что... О, вон впереди, слышишь? Так. Это косуля. Косуля. Еще раз сделаю, чтобы понять, где он. Аккуратно. Больше не отзывается, да, вроде. Не, она косуля далеко была. Далеко? Понимаешь, чем дальше... Ты видел же скобочки такие? Ну, волны. Чем дальше, короче, тем больше промежуток между этими волнами. Погоди, я что-то... Игра свернулась маленькая. Так, я пока не слышу. Смотри, Данька, там... Вон, что это? Ты осторожно, ветки шумят. Окей. Тут как бы тут от всего шум. То есть пройдешь мимо веток, пошумишь. Вот, здесь он сидел. Я тут это кормился. О, вон, вижу! Не, он тут кушал. Ест. Где? Не спугни. Где? Я не вижу. Ну там как бы метка показывается, что там. Вон, но у меня он, к сожалению, что-то не понял. Нет, у нас видимо с тобой десинхрон. А ты понял? Потому что не тыкнул на кормильное место? Нет, тыкнул. Смотри, вот там еще покушать. Вон, видишь, впереди? Ага, вот вижу. Да еще посмотрим, он здесь кушает. Давай посмотрим. Так, вот, теперь, так, обнаружено место кормёжки. Да. Вот, теперь 22, видишь, 21? Да, стой, Данька, может, тут полежим и понаблюдаем, может, тут есть, ну, прибежит кто-нибудь. Я сейчас тогда вот так сделаю. Ты ляжешь, что ты...
Ага, да, пришел негр, блядь, хачик какой-то покушать. Стой, а вот тут что-то траву нет, то есть тоже. Все, вот так вот пошумел, теперь отхожу. Давай в кустики. Не, Даня, мы такие беспаленные охотники с тобой. По-моему, нас любой олень за километр увидит. Да не-не-не. Мы же с тобой крутые. Ты на меня-то не ползи, олень. Хорошо. Все, давай подождем. Не, слушай, тут погодные. Блин, игра вообще реалистичная на самом деле такая. Да. Мне очень. Надо немножко приподняться. Так, сейчас я. Да, повторял. Тут немного не видно. Так. Да что-то вообще никого не видно. Где эти собаки? Надо хотя бы одного нам убить. Мы с тобой же убили. А у тебя что, без прицела винтовка? С прицелом. А странно, я почему-то не вижу. Вот тут ты тоже же, да, не да, вижу. Да, у тебя тоже без прицела. Мне достижение какое-то дали за майл. Ну, наверное, потому что ты там, типа, терпеливый охотник. Ладно, пойдем, тут нету их, почему-то. Пошли на вышку, говорю, мы так вышку и не показали ребятам. Точно. Так, что тут еще следы? Выслушай, все эти следы нам вот... Опа! Он близко. Он где-то здесь. Да. Присядь. Я присяду. Слышишь? Где-то здесь ходит. Да. Так, что ты... Слышишь, шаги. Это шаги животного где-то были здесь. Так вот, по помятой траве иди, чтобы не шуметь особо. Волны как-то раздвигаются. Ну да. Так, Даня, что ты... Во, сейчас, где-то здесь. Стоп. Вижу там место какое-то. Которое горит. Это место кормёжка. Мы здесь были уже. Просто, может быть, так, здесь опять кушать. Следы. О, новые, смотри, следы. Да, вижу. 52 метра. А, нет, стоп, это было уже. Да, было. Стой. А... Так. Кушали здесь. Да, мы здесь были. Ну да, мы здесь были, я знаю. Ест. Не, ой. Не, что-то мы снова потеряли след. Да, давай пойдем в ту сторону. Пошли на вышку, Даня, я хотел показать вышку. Да, оп, стоп, еще следы. Еще следы? Где следы? Во, да. Во, видал? О! Только что. Тихо. Вон, да. Где? Вон, вот там где-то. Да. Так. Олени, как я знаю, просто так не бегают. Тихо. Похуй, скажу. Еще следы. Это, да? Это нет, зайчик. Не а, не, косуля. Так, косуля. Здесь проходила косуля, значит, нам надо туда куда-то идти. Да. Так. Сейчас я сделаю вот так. Тихо. Рядом. Окей, да. Где-то здесь. Прямо тут. Прямо где-то рядом. Ну-ка. Не, Даня, здесь что-то нет. Ну, звук прям рядом она была. Блин. Ну, это... Ну, игра в основном на этом и построена, выслеживать. Да, ну... Потому что я знаю, что, ну, многие, знаешь, сидят такие и скучают немного, когда экшена не происходит никакого. Но тут его, он, по сути, не должен происходить. Ну, да. Не, как бы, если вам понравилось... О, косуля. Или кто это? Да, копытца прям какую такую. Так, косуля. Это косуля, говорю, да? Здесь где-то. Так, ну написано же он даже косуля. Так не, у меня на английском все. А. Я-то как бы, ну, у меня просто вот охотник есть, да, дед. Вот. Ага. И он мне просто рассказывал многое про всякую живность. Такую так. Тут тоже опа. Кто-то пробегал. Так, тут у нас... Не, как бы мы сейчас носимся, поэтому мы никого не можем сейчас... Ну да, скорее всего, нужно... Ну... Пошли опа, на вышку, вот оттуда тебя. Все посмотрим, что у нас, может, на вышке ништяки пойдем, какие-то да. лежат для нас. Ну, может быть. Вот, все, тогда идем на вышку. Вот если тут есть ночь, то ночью как раз-таки удобнее будет охотиться. Ну, я не знаю, на самом деле, есть ночь здесь или нету, к сожалению. Я думаю, здесь есть это, смена суток, потому что в игре... Помет. Помет? Да, вот какахи. Кто насрал? Обосрался. О, прямо сейчас кто-то обосрался, слушай. Думаешь? Да, ну тут написано just now. Значит, где-то походу от нас. Вот если в Finding Bigfoot такое было, или в Рейке, то просто... Типа накакал. Да, вот например... О! Зайчик. Где? Вот он. Нет. Опа. Нет, почему когда я прицел нажимаю, у меня сразу...
Только что пробегал. Почему? Заяц, видимо, не наша цель, мы по зайцу не нет. Нет. Зайцев надо, я думаю, в ловушке какие-нибудь. Здесь, если бы они были. О, вот он, вот он! Где? Вот он, вот, вот сюда побежал. Тут можно от бедра стрелять? Нет. А, нет, можно. Можно, только, только прицел же все равно нет. Так, он куда-то сюда побежал, зайчик. Ноу-скоупом. Так, ладно. Зайца мы просрали. Да заяц не нужен, по сути. Да, слишком маленькая дичь. Да, нам нужен... Давай, ух ты, смотрите, в туман какой. Олей. Класс. Угу. Так, пойдем тогда на вышку с тобой. Посмотрим от... Смотри на меня, как я бегу. Знаешь, как джиггернаут бежишь? Ой, солнце начинает. Вот единственный минус, смотрите, когда перехожу в режим прицеливания, вот у меня вот сенса вообще в ноль падает. Ну, так и должно быть. Ну, да, нет, так и должно быть, но как бы... Понимаешь? Ну это как знаешь, Battlefield и тому подобное. Не, Battlefield там сенсор ноль не падает. О! Кто-то Пробежал. Да. Так, ну давай на вышку пойдем и оттуда посмотрим. Может оттуда мы пристрелим кого-нибудь? Да, на вышке мы сможем определить с тобой уже, кто думаю, здесь, зачем. Думаю, попробуем мы кого-нибудь сегодня поймать из живности. Ну, конечно, сможем. Поймаем. Давай, может, на вышке у нас карты какая-нибудь есть? Или, типа... Я думаю, что с вышки самое оптимальное это наблюдать. Ну да. Не, сейчас туман, вот смотри, какой жесткий, поэтому я думаю, никого мы сейчас не заметим. Да, на вышке можем отсидеться. Так, ну, и, да. По крайней мере, посмотреть, может, на вышке, мы увидим. Например, будем, вот если вам понравится эта игра, то пишите прям в комменты, прям, нам нравится эта игра, давай, типа, пили еще мувики. Ого, ставьте лайки, разбил. Потому что они пробивают видосы в топ. Вот. Да. Так. Ух ты, смотри. Ну-ка, что это? Там смотри, я Е нажал на это, и что-то какая-то кат-сцена запустилась. А, ну я да знаю. И чё? Зажив, чё эти даются? Ну, типа, знаю, мол, вышки изучаю, как в Far Cry. Да, ну, это типа как... Мне карта высветилась. Блин, если бы тут можно камеры было бы ещё ставить. Хотя, я не знаю, может тут есть камеры. Ну нет, да, я думаю, что навряд ли. Ой. Так. Ну давай возьмем бинокль. Это для птиц, вот эта вот фигня, вот, вот это вот. Mm-hmm. Я так думаю. Ну да, очень похоже на птицу. Так, стоп, надо посмотреть. Блин, тумана нифига не видно, кстати. Туман? О! Чё это? Это ты? Да, это я прыгаю. Ой, звук классный. Даня, я чуть не застрял. Где? Отсюда выпрыгнуть, кстати, реально? Ну-ка попробуем. Да, можно. Не надо, не... Ой! А, я жив. Выпрыгни, выпрыгни. Алло, вор! Лол, у меня хп потратится. Здесь же, здесь... Да, если здесь хп тратится, то, возможно, нас кто-то бить сможет. А, ну да, здесь медведь есть. Да? Да. Лол, что, с ним прям бороться надо? Типа как... Ну, а, ну ты же хачик, ты с ним будешь бороться. Не, я не знаю, нападает он или нет, но... До того, как мы с тобой снимали... Не, ну раз тут хп есть, не просто так. Ну и да. Нет, я думаю, что да, но аптечек, видимо, что-то каких-то нет. Нет, тут есть аптечки, может, просто мы их не видели. Так, давай, смотри, карту еще изучим. Что но здесь есть медведь, это точно. Я его потому что видел. Вот, давай я waypoint поставил. Так. Давай. Так, косуля. Кстати, вот хорошая игра на стриме играть. Нет. Да, такая спокойная, и успеешь почитать там комменты различные. О, смотри, птица, а может я попробую птицу сбить? Мне кажется, бесполезно. Я сбил! Я убил птицу! Да ладно. Да, я попал по ней. Я... Серьезно? Лол, Даня, смотри. Ну-ка, где она? Она куда-то в траву упала. Серьезно, я сбил птицу. Как так? Не знаю. Странно. Нет, на самом деле это круто. Не, серьезно, я только что птицу убил. Фига я снайпер. Нет, я не убил. Косой. Ну-ка. Да не, я просто неудачно позицию. Не, вот это что мне показывается? О, ветер и дождь. Ого, как все идет, мне придется его делать погромче, то вы меня не услышите. Так. Вот, где-то здесь она упала, что ли? Ну-ка, это что? Лол. Ну я пришел сюда, и что? И где моя птица? А куда она упала-то? Моя первая добыча. Ну хоть что-то, чем ничего. Ну-ка, стой, дай я еще раз попробую. Так, ну-ка, раз, два, три.
Лол, я еще раз ее сбил. Да ладно. Серьезно. Вот смотри, вот где-то вот там вот. Вот в траве, вот здесь ищи, Даня. Видимо, только птиц мы сможем сбивать. Видимо. Реально, где? Куда она в траву падает? Куда-то? Ее вообще не видно. Может, реально не видно? Может. О, вот еще раз. Вот я бегу сейчас. Оп. Во, вижу, вижу. Вот куда упала. И что? Она пропадает, слышь, Дэн? А, ну все понятно. Ну, их просто нельзя подбирать, видимо. А. И чтоб не нагружать систему, скажем так, они пропадают. Лол. Знаешь, что тут реально нагружает систему? Только это трава. Наверное. Ну, растительность. Ну, ладно. Никого мы сегодня не поймали. К сожалению, да. И думаю, надо будет уже заканчивать, потому что вон тут... Уже и дождь. Начался, да. Вот если тут будет ночь, да, то вообще найс будет. Стой, Даня, а я смогу тебя подстрелить, интересно? Ай. Ну, давай, попробуй. Нет? Нет. Не. Вообще не. Ну, Friendly Fire выключил. Ну да. Перезарядка тут как выглядит. А, я прям снимаю. О, заяц, заяц, стреляй! Заяц, где? Стреляй! Не вижу. Попал! Я... Убил! Нет! А, вижу. Нет. Вот он убегает! Да в него хрен попадешь, он маленький. Я в него попал, походу попал по нему. Вот он. Стреляй. Попал, нет, не попал, как так? Господи, ну я и шнайпер, конечно. Как не попал-то? Если бы я видел зайца, видимо, он зашугался. Да его хрен поймаешь. Прикинь, это тот же заяц, которого мы сначала видео снимаем. Ой, пытаемся убить. Господи. Еще не так с ним. Ладно, Даня, видимо, удача не на нашей стороне. Да, но по крайней мере в этом ролике. Да, если вам понравится, то пишите, как бы, игрулька отличная, будем стримы по ней пилить, прочее. То есть похоже на Fighting Bigfoot очень. Я люблю подобные игры. Только здесь животные, а не большой банильщикер. Вот, я не хотел играть в эту игру, мне Данька сегодня предлагал, да? Вот. Из-за того, что The Hunter, предыдущая игра, она была вообще такая параша. Она чисто в донате была. Ну да. А вот это прям вот, тут хорошая атмосфера. Если тут ночи есть, то вообще прекрасно. Потому что ночью я очень люблю охотиться. Ну да, мы посмотрим это уже потом. Но он на этом нас все, я думаю. Нет, снова заяц. Не попал! Ребята, чтобы Нейзи не обижался, ставьте пальчики вверх, и обязательно он убьет зайца, наверное. Ты что, я не могу его убить? Стой, да, я посмотрю. Если там трупец лежит, то отлично. Если нет, то мы так и не поймали зайца. Господи. О, как ули. Отлично. Почему я только нахожу? Господи, я не поймал его. Ну, ладно, не расстраивайся. Не будь мне охотником нормальным. Да получится когда-нибудь. Ну что-нибудь. Да вот. Ладно, пошли на вышечку и там закончим уже. Видосик как бы. Да. Игра, если нравится, ставьте лайки, пишите комментарии. Вот, особенно комментарии и лайки ставьте, чуваки, потому что лайки продвигают в топ, а комментариями вы тоже продвигаете в топ там. И, во-вторых, вы делитесь своим мнением. Я все комментарии читаю абсолютно. Даже если вы думаете, что я его не прочитал, вы глубоко ошибаетесь. Я все читаю комментарии. Вот. Да. Блин. Сколько лестниц здесь, господи, у меня уже ноги болят. Не, кстати, Firewatch, да? А вышка была такая вот, дряхленькая. Ну да, я не знаю, дряхленькая. А тут она прям здоровая. Только, правда, на ней ничего нету, жалко. Ну, это вот чисто такая, как... Да. Разведывательная позиция. Да. Ну, все, тогда мы здесь с тобой завершим. Вот так вот. Да. Всем пока. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Ставьте лайк, пишите комментарии. А, вот. И всем пока. Смотрите. Пока-пока. Сбил? Все, Аллах Акбар. Давай. Жирный. Не смог спрыгнуть. Ёбом дает, братан! Типа, суки ебаные, типа, чего надо? Чего ты ебаешь?